Доча, вынь ложку из чашки. Да, мама, мне так удобно. Удобно. Это плохая примета. Это очень плохая примета. Да какая еще плохая примета? Пить чай с ложкой в чашке, кружки в стакане. Неважно. Это плохая примета. Ты что, не знаешь, что ли? Нет, какая еще примета? Ой, господи! Походу, она всегда так делает, ты понимаешь? Да? Ты замуж не выйдешь никогда. Вот. Никогда не выйдешь замуж, если у тебя ложка будет в чашке. Точно? Точно! 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 Чего ты? Ты куда? Что ты? Куда, папа? О, боже. Отойди, папа. Что она делает? Ну, все. А? Ну, все. Все, неси мне валидол. Чтоб наверняка. Господи, я так понимаю! Зятя мне не видать и внуков мать. Ну, я постаралась.